Новая жертва COVID-19 скончался 59-летний мужчина из Окницкого района. Он болел с сахарным диабетом. Таким образом, число летальных исходов достигло 897. 470 больных находятся в тяжелом состоянии. 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В то же время 3507 пациентов с легкой формой COVID-19 получают лечение на дому. За сутки излечились еще 323 человека. До сих пор в стране зарегистрировали 30 183 пациента с новым коронавирусом.